грусти не видай и не плачь о том, что не с годы постигнет тебя, что весну долго ждать, ну придет она, будь спокоен, зирай на Христа. Тот, кто юные годы свои посвятил на служение Богу Творцу, тот и в старости будет упомнить весну, когда искренне Богу служил. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет, и хотелось бы знать, ах, какая.